люблю Беларусь за возможность реализации себя, за то, что нам открыто разрешают пропагандировать культуру нашей страны, развивать ее, ставить обряды в белорусских мотивах. Как, например, я учусь в Могилевском государственном колледже искусств, где мы каждый год ставим обряды, посвященные той или иной тематике. Белорусские рушники, купальни и так далее. Мне нравится то, что люди не забывают про свои исторические ценности и реконструируют памятники искусства. К примеру, дворец Урмянцевых и Паскевичей или дворец в Несвеже, тот же Мирский замок. Мне нравится, как развивается белорусская архитектура. Строится множество необычных зданий, например, Белорусская национальная библиотека в Минске. Мне нравится, как развивается белорусская техника. Гомельский машиностроительный завод «Сельмаш», где строится сельскохозяйственная техника, которая поставляется по всей Европе. Или завод «БелАЗ», который строит тоже большие машины, которые тоже используются по всему миру. Самым главным историческим событием в нашей стране, я считаю, начало строительства белорусской атомной электростанции, которая будет находиться в 18 километров от города Островец Гродненской области. Начало, запуск которой будет уже в 2018 году. Белорусская атомная электростанция будет находиться под куполом, что гарантирует безопасность для окружающей среды и сможет осветить все уголки нашей прекрасной страны.